Ой, извините. Я просто одна песня звучит в голове. Всем привет, вы на канале Котейка ТВ. Я Ангелина, это тест на психику, Вася. Проверим, пишите свой результат. Только честно. А то некоторые пишут, мы там не смеялись. А на самом деле, как лошадь ржает. Рекомендую крутой сайт. Это очень интересная и легкая игра, играя в которую вы сможете подзаработать. Перейдя по ссылке в описании, вы получите 5 рублей, на которые сразу же сможете начать играть. Также, если ваш баланс менее 5 рублей, один раз в день вы можете получить бесплатный бонус в размере 5 рублей. На сайте работает честная игра, все результаты можете проверить. Если вы не хотите играть, то можете попробовать заработать на этом сайте, привлекая новых пользователей. Вы получите до 5% от каждого депозита пользователя, зарегистрировавшись по вашей реферальной ссылке «Робочик». Greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Hey. 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 That broccoli. That broccoli. That's the... I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every Серьезно. Пишите в комментариях. Напишите, во-первых, на какой минуте меня было хорошо слышно, на какой плохо, и напишите какой-то только честно. А то некоторые там серьезно такие. Я не смеялся, я супер крутой. А на самом деле ржает, как лошадь. Что это было? И что это? Чего? Ну, серьезно? Серьезно? Такой крутой. Ты откуда у него? О, Глория! Глория из Магда. Короче, кошелот. Да, такой специальный будильник для рыбок. Это как? Мыши вылетают. И донетит опять мне песни. Ну, серьезно? А чего там крутого? А вот это уже круто. Там же кухарня, домашний пен. Сюрприз, мадафака. Сюрприз, мадафака. Знаете что?
прост, моя собака. Ой, опять что-то не так. У трансформеры. И да, ребят. Хочешь, я и девочка? Я люблю смотреть трансформеров. Черепашек не... Опа, она вот это уже заслуживает лайка. Такой пафосный кот в воде. И собачьи не боится. Серьезно? Короче, ребят, мне надоело. Так? Я выключаю запись.